Ну что, вернулся Наум, и открываем прямо на глазах. Да, дорогие друзья, мы готовили вопросы не без того, у кого они есть. Откройте их, потому что не все хорошо помнят вот наизусть свои вопросы, у кого какие есть, а Наум отвечает в прямом эфире. Дорогая публика, зрители, вы ничего не придумывали. Вы можете просто взять и спросить что-нибудь у Наума, да хоть который час, ну, в общем... А я что-нибудь отвечу, не обязательно. Да, что-нибудь отвечу. Ну, поехали, Саша. Но, судя по тому, как... в общем, вы знаете, у меня с возрастом начали болеть ноги. Потом я прочитал журнал «Вестник травматологии», и это выяснилось, что когда камень с души падает, он падает именно на ноги. Я начал предвосхищать, как только я стал чувствовать, что вот сейчас, именно сейчас упадет с души камень, я начал отдергивать ноги в разные стороны. Теперь болит копчик. Что делать? Сашенька, понимаете, в чем дело? Вот я не врач вообще, но у меня есть много знакомых врачей, травматологов. Они очень боятся вот это вот выражение стать, повернуться с ног на голову. Лучше пусть страдает нога, чем то, куда падает этот кирпич. Опять-таки, если болит копчик, надо меньше думать этим местом. О, спасибо. Класс. Наташа, здесь? Теперь у меня вопрос. Вообще, очень многие ходят к психологу с таким, просто раны психологические, потому что многие интересуются, вот почему после стирки, ну вот всегда неизменно остаются носки-одиночки. И куда уходят их пары, и что же их там так туда влечет? Почему? Пара носков была зарегистрирована? Как носков скажу, да. Супер! Так, Лёва Михлин. Лёва, вы будете вопрос задавать, Лёва, потому что нет, у вас тут был какой-то вопрос. Марина, я могу ответить без вопроса, если хочешь. Да, я могу зачитать, могу не зачитывать. Тут написано так. Пословица утверждает, что два собака пара. Опять парный вопрос. А если они оба на одну ногу? Кто утверждает, я не услышал. Пословица. Так. Мы не виноваты. Пословица, да, да. Что два собака пара. А если они оба на одну ногу? Это, Господи, Боже мой, это же понятно. Это пара с нетрадиционной ориентацией. Супер. Да, у меня еще один вопрос. Создание полустанок. Во сколько отправляется последняя электричка? Ну, во-первых, правильно говорить, во сколько отправляется крайняя электричка. Тут, вы знаете, у летчиков принято исключить такое слово, как последнее, да? Так вот, крайняя электричка, она отправляется только на крайний север, где, как известно, живут те люди, которые за стакан спирта готовы дать вырвать себе все, что угодно. Поэтому, друзья мои, в электричке выберите себе спиртное. Так, класс. Лия, я вижу, не вернулась, да? Миша и Саша. Я не вернулась. Лия здесь. Ура! Да, и у меня, ура, кстати, у меня очень важный вопрос, то есть просто-таки краеугольный. Кому это выгодно? Это действительно хороший вопрос. У вас важный вопрос, у меня очень важный ответ. Лия, если бы я это знал, я бы сейчас был в другом месте. Да, и все задумались, главное, вот услышать, все так, ага, так... Надо, ну что ж, тогда я задаю вам еще один вопрос, не моречный, за что взяла, за то продаю от гидрометцентра. А какой на завтра прогноз погоды? Вы знаете, говоря, что завтра будет правдивый прогноз погоды, завтра будет. И всегда будет. Замечательно. Миша, пожалуйста, твой вопрос. Да, ваше любимое блюдо и, если можно, рецепт. Мое любимое блюдо самое большое. Рецепт один. Ребята, если есть что жрать, наедите сначала сами, а потом уже зовите кого-то. Это единственный рецепт, который поможет вам выжить в это время.
Так, нам тут прислали вопрос из Америки. Если будет изобретена технология перемещения со скоростью света, то кто это оценит, если никто не увидит? Ну как, света и оценит. Нет, света оценит. Будешь Наумом, Элли, в следующий раз будешь Наумом, будешь отвечать. Пока Наум, Валера. Очень хорошо, очень хорошо. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. По-моему, вопросы на сегодня закончились. Мы оставим некоторые... У меня остались ответы, но это в следующий раз. Ну, два вопроса тупых. Что делать, кто виноват? Я же живу все-таки в России. Я должен это понимать. А у меня был вопрос. Да, сначала ответ. Что делать, Наум, что делать и кто виноват, в конце концов? Вы знаете, вообще это неправильно поставленный вопрос. Я бы поставил вопрос так. Что делать с тем, кто виноват? Тут ответ я знаю. Да тут ответ все знают. Тамара, пожалуйста. Мне на работу, давайте его, я разберусь. О, да-да, с лопатой 17 ножами, ведром льда, да. Спасибо, Люба. Тамара, ваш вопрос. У меня, значит, вопрос. На какой скорости русская женщина сумеет остановить сферического коня в вакууме? Это зависит от того, с какой скоростью горит изба, с которой она должна успеть выскочить, для того, чтобы потом остановить коня, который горит в вакууме. Однако... Однако. Это, как говорится, в Париже в палате меры весов. А у меня тоже есть вопрос. Да, Михаил, пожалуйста, прошу тут, вас. Тут общество память прислало вопрос такой. Где на Руси жить хорошо? Если общество память задает такой вопрос, значит, они уже в России давно не находятся, и слава богу. А чем мне больше нравился апрель всегда? Да. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо за участие в нашем сегодняшнем эфире. Давайте поаплодируем.